Комфортное обслуживание, новые рабочие места и больше клиентский трафик. В Самаре открылся обновленный филиал одного из крупнейших банков России. Каждый такой новый объект – результат создания комфортных условий для бизнеса. Это один из показателей слаженной работы коммерции и городских властей. Город, администрация городского округа Самара не может не радовать открытие офисов нового формата, потому что они более востребованы прежде всего нашими горожанами, ну и, конечно же, гостями, которые посещают наш город. Открытие одного офиса занимает не более 3 месяцев. А значит, банков, в которых комфортно, в Самаре станет еще больше. Мы планируем таким образом сделать процесс обслуживания для наших клиентов, посещение наших офисов удобнее. Мы планируем, что таким образом будет в том числе и увеличиваться клиентопоток. В этом году мы планируем открыть таких офисов 3 в новом формате, а в ближайшие годы сделать переформат практически во всех офисах. Отличительная особенность нового формата – открытость и безбарьерность. В таких новых отделениях услугу можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. А само пространство становится простым и интуитивно понятным. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.